говорят, ну вот и дошли до этой елочки. Тут очень видно то, что здесь очень много горок, сделанных из льда. Это очень красиво даже. Ребят, всем привет. Всем привет. Это кошмар. У нас все еще на самом деле второе? Да. 2 марта. Мы перед сном тут. Ну как перед сном? Ну, перед сном, короче, мы решили немножко посмотреть. Старые влоги. Да. Это пипец, особенно где я говорю. Я на самом деле я просто выкладывал влог за сегодняшний день. И когда выложил, решил проверить, типа там вставки, вот эти всякие конечные заставки, ну, заработали, нет. Открыл, начал смотреть. В итоге, короче, я что-то переключил на какой-то один из старых влогов, где майские каникулы какие-то. Алия сказала, интересно, давай досмотрим. Мы досмотрели. Потом я говорю, вот видишь, все-таки ежедневные влоги смотри, были интересные. Смотри, смотри. Я говорю, вот видишь, ежедневные влоги были интересные. Она такая... Ну да, потому что мы были, ну, типа, этот отпуск у нас был. Каникулы были эти, майские. Я говорю, ну, так-то и другие влоги тоже были интересные. Я говорю, давай какой-нибудь включим старый. Начали смотреть. Мы смотрим, ржем. Я говорю, чё я болтаю, вообще не понимаю. Но, видимо, я, когда на камеру переживать начинаю, у меня вообще все вот так, просто все слова перемешиваются. Прям как у Данилы в комментариях. Это пипец полный. Мы, короче, дальше смотрим, лежим, пошли. Ржем и вообще... Пошли дальше смотреть. Пошли, пересмотрим. А что, интересно, что ли, стало? Я хочу пересмотреть это. Давай. Мы, короче, нажимаем паузу, отматываем, пересматриваем по несколько раз одни и те же моменты, потому что это просто мега ржачно. Вот теперь у меня вопрос. Когда вы смотрели эти влоги, вам... Они не замечали, походу. Вам это тоже было смешно? Вы тоже останавливались и пересматривали? Потому что это дико смешно, это просто вообще... Это ор! Ребят, знаете, вы видите эти лампочки, да? Знаете, на что они мне похожи? Они... На что мне они похожи? На что они похожи? Мне они напомнили. Вот я же гриморки. Гриморки. Знаете, на что они мне похожи? Ну, хоть я потом этот поняла свою ошибку. Да, пусть только я сказала. Ну да, ну гримурки. Гримурки. Давай дальше. Мне еще больше теперь спать не охота. Давай. Давай. А представь, эти влоги мы будем пересматривать еще лет. Ну ладно, не лет, а через годик, через два. И мы над ними тоже будем смеяться. А еще мы когда смотрели, когда Алия начала говорить, типа... Кто-то в ромашку играет, один человек отписывается, подписывается. Почему бы нам ставить дизлайки? Мы почему-то зачем? Начали вспоминать вот эти все моменты и такие типа... Как один мальчик этот, когда что-нибудь происходит, или я говорю, заново танцуйте, и он такой... Просто вот так делает. Да, и мы сейчас тоже такие типа... Зачем мы так говорили? Зачем мы вообще парились что-то? Один да. Человек подписался, отписался, дизлайки, две штуки человек, два человека ставят дизлайки. Ё-моё, там где-то у меня на канале 30 дизлайков есть. Смотреть дальше начинаем. Смотреть дальше начинаем. Илья меня уже покусал. Заразила, теперь я тоже буду такими этими словами говорить, фразами такими. Все, продолжаем смотреть дальше. Если бы Чапи мог говорить, он бы тоже так говорил. Он и сейчас, наверное, так думает. Он просто набор слов там в голове. И этот перекати. Или мартышка из Симпсона. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Да. Типа пшик мой, да? Да. Она Чапику. Всем привет. Доброе утро. Ну, для нас доброе утро. Я иду сейчас на работу и очень надеюсь, что я сегодня не поеду опять в школу, потому что капец, как не хочу.
Это ужас какой. У меня голова болит. Я еще долгое время, короче, уснуть вчера не мог, потому что, ну, не знаю, может, от усталости, может, еще от чего, перед утомлением какой-то или еще, не знаю, короче, просто уснуть не мог. Вот, так что не выспался. Но зато Ника сегодня утром ни хера ничего не делала, она спала себе спокойно, так что есть в этом какой-то свой плюс. Вот, такая вот у нас... Такое вот сегодня утро, блин. Но все равно спать хочу, домой хочу. Ребят, всем привет. Я с утра не записывала видео, потому что у меня не было времени. Сейчас вообще времени нет. И сейчас уже вечер. Время где-то 4:30 вроде бы. Я скажу, что сегодня не самый лучший день. Точно. Даже не спрашивайте, почему. Я думаю, вы догадываетесь, почему. Я устала. От этого всего я устала. Ничего. Надо как-то дальше жить. Надо. Надо, Вася, надо. Или надо, Федя там говорят, я не помню. Видите вот эти цветочки? Они уже старые, с прошлого года. Вот я сейчас обвожу новый цветочек, который мне нарисовали, потому что я сама не смогла нарисовать нормально. И у меня и времени не было, поэтому я сейчас вот буду обводить, вырезать. Но клеить пока сегодня не буду, а то они отклеятся еще. Утренники у нас в пятницу будут. Думаю, послезавтра приклею, будет нормально. Вот, буду дальше. Тут, короче, есть розовый, золотой, потом зеленый, синий, красный. Вот. Вот так вот. Ребят, я вышла с работы, сейчас иду домой. Я дорезала эти цветочки. Сейчас еще домой надо прийти, покушать, приготовить. Вот. Я только что зашел домой. По дороге ничего не записывал, потому что было много людей, было мокро. Ну, то есть сейчас вот плюсовая температура, так что луж и воды на дорогах намного больше, чем... Было на прошлой неделе, например, или чем вообще обычно, так что больше внимания приходится уделять под ноги, чтобы не наступить в эту лужу, вот. Поэтому я не записывал, короче. Ну и как-то, знаете, быстрее-быстрее дойти до дома, чтобы наконец-то сесть, потому что сегодня что-то вообще как-то... Вроде день и такой сложный, но все так прям напряжно, и у меня жутко болит голова. Я не знаю, почему. Вроде как получше вроде выспался, чем позавчера, например, или вчера, но все равно как-то этот... Не знаю, может, я утомлен уже от этого всего. Я не знаю, короче, что со мной такого, я какой-то вообще... А еще, ну ладно, короче, это не для этого канала видео должно быть, это для того канала нужно выговориться, короче. Вот, записать как-нибудь, не знаю, рассказать людям, почему я стримы перестал вести. А то, видимо, вообще непонятно, блин, почему. Вот Данил спрашивает, где стримы, этот спрашивает, где стримы, тот спрашивает, где стримы, когда стрим, когда стримы. Ребят, если вы смотрите этот канал, точнее, это видео сейчас, и, ну, блин, я не знаю, вот, если вы его просто смотрите именно с того канала и ждете стрим, навряд ли будут стримы в ближайшее время, потому что... Чтобы вести стримы, нужен нормальный ноут. Вот этот ноут, который сейчас у нас есть, он уже не тянет, все. То есть он раньше тянул, еще более-менее как-то сейчас он уже ужасно тупит. Я не знаю, что с ним. Возможно, вирусы, возможно, не знаю, сгорело что-нибудь там, какой-нибудь предохранитель или еще что. Я не знаю, вообще без разницы, что с ним стало. Он просто уже старый, и это уже невозможно. Ремонт, не ремонт, можете сейчас не советовать, потому что это все тоже бессмысленно. Ремонт сейчас на него минимум 7 тысяч будет, да? Ну, если там как-нибудь что-нибудь, не знаю, там, переустановить винду какую-нибудь, там, заменить какой-нибудь процессор, не знаю. Хотя, в принципе, процессор я сам могу поменять, там, я уже даже гуглил, там, А8 какой-то подходит. 35-60, что ли, какой, я уже, если честно, не помню.
какой я гуглил. Короче, он там по сокету подходит, нормально все. И по этому, по температуре. Кто плюс-минус в этом разбирается, как я плюс-минус там что-то вроде знаю, может меня, наверное, понять. Вот, короче, я к чему это все? На него уйдет столько же денег, сколько и на покупку нового. То есть 7000 минимум это будет стоить все. А ноут сейчас стоит вот этот, 1007, наверное, 5-6, не знаю, где-то в этом районе. Так что зачем? Смысл? Пусть остается. Продавать мы его, ну, я не знаю, есть смысл продавать. Пусть будет как запасной. Вот. Насчет стримов напрямую с телефона. Не вариант. Я не буду этим заниматься, потому что стрим постоянно отключается, он постоянно как-то зависает, постоянно какие-то у него косяки, проблемы. Большая часть нормальных приложений платные, и еще и сумма у них такая, знаете, не совсем адекватная. То есть, допустим, вот 350 рублей. За что 350 рублей? За то, что я хочу проверить, что ли, протестировать, как вот будет работать, при том, что еще первый месяц вроде как нормально, со второго месяца начинаются какие-то косяки. Это тоже все полбеды. Нечего играть. Если вот сейчас вот кто-то задался, типа, а если вот все эти проблемы решить. И играть вот нечего. То есть, я устал играть всякие вот эти онлайн-игры, типа там колда, шутеры всякие, там, не знаю, стендовы, PUBG, Mobile Legends. Хотя вот Mobile Legends я бы еще поиграл. Ну, короче, вот эта вся муть. Она интересная, но она не постоянная. То есть, по большей части там все повторяется. Да, там меняются какие-то моменты. Там у тебя разные противники, и то, и все, и ситуации постоянно разные. Но по большей части все одно и то же. Вот, не знаю, меня уже бесит просто. И меня бесит то, что вот если я начинаю играть в какую-нибудь игру, которая вот реально интересная, блин, но она на одного человека, чтобы я там только один был, никто из вас не смотрит это. Как бы вначале мне пофигу было, смотрите, не смотрите, а потом что-то я начал насчет этого напрягаться. Наверное, связано с тем, что канал, блин, 1300 подписчиков, а в итоге что из этого всего получается? Правильно, 60 просмотров. И меня это дико бесит и раздражает. Так что нет, пока что стримы не будут. Пока не обзаведемся нормальным ноутом, чтобы можно было качество хотя бы лучше сделать у стримов. Вот просто на порядок лучше, чтобы все стабильно было, 60 кадров и 1080, чтобы прям вообще все превосходно было. Либо пока не обзаведемся нормальным компьютером и какой-нибудь игровой приставкой. Я не знаю, когда это будет, лет через 10, лет через 5, не знаю, через 20, через 50. Вот когда будет, тогда и будет. Не буду к этому торопиться, не будем к этому торопиться. Когда будет, тогда будет. Все, меня это раздражает, короче, бесит. Не хочу этим ничем заниматься, не хочу этим всяким мучиться. Записываешь вот интересные вещи, действительно интересные вот карты в этом. Блин, вот сейчас кто-то поржет, наверное, но это Майнкрафт. Майнкрафт! Действительно интересная карта, вот реально интересно. Я сидел, когда вот это все, эти видео записывал, было интересно. Я сам вот, я играл, мне было интересно. Блин, мне 27 лет, я играл в Майнкрафт, мне было интересно. Капец, как интересно. А вам всем не интересно. При том, что еще запиши видео по Майнкрафту. А что ты видео не записываешь? Вот что я видео не записываю. Потому что хрен угадаешь, что вы вообще хотите. Вы сами не знаете, чего вы хотите. Серьезно. То есть, если кто-то скажет, типа, ну там монтажа нет, там как-то скучно. Да, потому что я монтировать просто нигде не могу. Ноут-то не тянет. Все, он сдохлый уже. Прям крики какие-то. Уже второй влог, по-моему, что-то кричим в камеру, что-то там бомбим. Вот. Ладно, короче, забейте. Не буду договаривать, я уже даже мысль потерял. Как-то вообще пофигу. В общем, с тем каналом пока что вообще этот. Тот канал пока что в заморозке. В долгой-долгой заморозке, пока мы не приобретем технику, которая нам по большей части нужна. А еще, кстати, Алия сегодня, по-моему, вообще ничего не записывала. А если записывал, то, скорее всего, ну, наверное, там это тоже побомбило ее чуть-чуть. Бывает. Сейчас она, кстати, придет, поэтому я даже не пытаюсь переодеться. Мне жутко лень. Я устал, я не знаю, что со мной такое. Вообще бред. Я уже дома, уже где-то около минут. 30-40? Да, уже около минут. Да, где-то 40 минут, как я дома.
Мы поставили вариться курочку. Будем что-нибудь кушать. Просто курицу. Ну да, просто без вареную. Ничего. Вот охота просто вареную курицу без ничего. Да. Угу. Просто захотелось вареное мясо. Мы давно не кушали. Ну как давно? Недавно, но нам прям так, мы так загорели, прям решили сейчас тоже сварить. Вот. Ну, сейчас пока Ильнур сделает кофе. Мы будем пить кофе. Потому что капец, как кушать хочется. Ну как кушать хочется, устали. Да, устали. Короче, мы попили, поели, еще успели даже отдохнуть. Еще не поели, конечно. А, ну да, не поели. Ну, приготовили, да. В смысле. Сварилось там все. Куричка. Куричка. Думаю, попозже покушаем еще. Да. Я сейчас буду свою работу делать. Еще я ей даже помогу. Надеюсь, я побыстрее закончу. Если... Ноутбук! Вот как сейчас будет тебя ноутбук вести, да. Все зависит от него, остальное... На деле это вот просто слово ноутбук. Потому что от ноутбука здесь только экран и более-менее живой процессор. Но и то его сложно назвать живым. А еще кнопочки есть. А еще кнопочки, да. И жесткий диск. Угу. Даже диски не читает, о чем говорить. Да, потому что он уже слишком старый. Если бы он диски чесал... Чесал? Чесал. Если бы он диски читал, я бы могла здесь записывать. И мне приходится идти пораньше, чтобы записать в саду музыку. В общем, Алия сейчас будет делать свое задание, а я иногда ей помогать, если нужна будет помощь. А так отдыхать, да. Я говорю, пока отдыхаешь, иди в душ, мне на квартире, мне лень. Мне не лень. Но я потом, может быть, пойду. Но я чистый. Ну, голова не грязная. Голова только и грязная. Как уж чистый, потеешь же. Чистый. Твой волос, я чуть не выдернул. Ну, это мой. Как Салават у него дома. Он такой подошел ко мне, такой, волос тянет, такой, так, оторвал. Говорит, ты что делаешь? Он говорит, извини, нечаянно. Просто еще так спокойно. Выдрал у меня волос, такой, извини, нечаянно. Он думал, может, это просто волос. Типа, бывает же, который упал. Наверное. Давай, короче, начинай свою работу, а то сейчас... Слишком долго все будет происходить, да? Мне еще помыться надо, голова вообще кошмар. Вот, закончишь, помоешься, потом покушаем. У меня шикарный шишак на башке. А у меня как будто бы тоже. Короче, мы... Я закончила свою работу наконец-то. Да, и мы наконец-то сели кушать. Их отсидела. Да, сейчас будем курочку кушать. Я или я предлагал свою помощь? Она сказала, что нет. Нет, он не помог. А, да, песню помог. Одну. Она не могла одну песню найти. Да. А я ее не нашел, я ее, короче, этот... Представляешь, даже Шазам нашел какую-то другую вообще, но она даже близко... Эта, которая мне нужна, она веселая, полька, да, ну, полька, понимаете, веселая, все такое. Это... Плавно какую-то нашла, блин, вообще. Потому что она похожа, но смысл Шазама-то в чем? Он-то по большей части ищет песни, в которых есть слова. Он их безошибочно определяет. Но ну, если слов слова, нет, я тоже всё. Так найду. Ух, чё? Ну вот, он, короче, не нашел. А я взял, скачал. Ну, у Алии эта песня есть откуда-то на телефоне, но она не в MP3, а просто скачанный, короче, как с контакта. Ну, кто... На андроидах качать песни с контакта себе в телефон. Вы, наверное, замечали, что у вас песни не в MP3 скачиваются, а в каком-то там формате непонятном, который комп не открывает потом. Вот. Я этот файл отправил по WhatsApp, потом перекодировал в MPEG, а и потом с MPEG уже в MP3. Ха, я хитренький. Вот так вот и получилось. Сейчас мы будем кушать, так что приятного нам аппетита. Если ты кушаешь, тебе тоже приятного аппетита. Если не кушаешь, возьми себе что-нибудь и покушай. Мы сейчас покушаем и, наверное, вообще будем заканчивать влог, потому что ремонтировать нужно. Так что большое всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкосики либо дизлайки, оценивайте это видео.
Подписывайтесь, если вам интересны ежедневные влоги, интересно вообще следить за нашей жизнью и посмотреть, что будет завтра или что будет через неделю, через месяц. Вы знаете, что влог будет и завтра в 6 тоже. Спасибо за просмотр, всем пока. Пока.